смотри, смотри, жмёт. Еще чуть-чуть, подойди. Место. Проходите сюда. Ведут окольными путями. Афина, дочка Вольфа Геры. Невеста Дольфа. Здравствуйте, здравствуйте. Невестушка. Как она реагирует вообще? Нормально, более спокойная. Она не такая хипишная. Не такая хипишная, да? Это хорошо. Она же в компаньоне тренировалась, я ее возил. Я поняла. Сережа, можешь подведешь и посмотреть, как она реагирует? Конечно. Конечно, мы подведем. Мы даже подъедем. Подъедем. Она не мама, она у нас девочка застенчивая. Застенчивая, да? Он тут стоит. Стоит. Тихо. Он когда видит, он уже знает, для чего он сюда приехал. О, и намордник снял. По-моему, сейчас ему намордник даже не нужен. Попробуем без намордника. Да. Мы оставили троих девочек от него. И вот одна из них у нас Оливия. Вот она так же самая пищит, как он. Ну, он пищит по случаю, он не всегда пищит. А она от радости, она когда радуется, вот она. А вы на нее намордничек одеваете. Давай, давай. Потому что дама серьезно. Держите меня, семеро! Да, да, он такой. Надо было там его держать, он будет как то ломать. Да, точно! Сейчас, сейчас тебе будет невеста. Невесту готовят. Намордник одевают. Что такое? Сейчас будет тебе невеста. Это Афина, невеста Дольфа. Ждем щенков от Афины и Дольфа. Вязка была 16 января 2018 года. Она длинношерстная. Машина там едет. Афина длинношерстная. От Вольфа и Геры вязалась с Дольфом, красавцем Дольфом. Щенки ожидаются в марте, в середине марта 2018 года. Фина! Вот такая прыгающая собака. Это чтобы команда была лежать? Да. А, выполнила. Солдатик, а не собака. Очень крепкая, прыгучая, хорошая шерсть, с хорошей линией верха. Красивая голова. Лапку дает. А, лапочку дала. Лапку дает, да? Лапку. Давай, Рома. Лапку. Это будет стойка? О, Вова, зовите ее. Ну, приблизительно. Приблизительно. Фина. Красавица. Красавица. Очень красивая. Все, чуть-чуть просто туда-сюда пройдите и все. Легкие движения такие. Хорошие, крепкие. Эффектная девочка. Первая вязка.